Всем привет, друзья, с вами я, Антоникус, и мой друг Артём. Скажи всем привет. Всем привет. Вот мой новый скин такой, мне его сделал Артём. Кто хочет такой же, ну, не такой же скин, а кто, чтобы Артём вам сделал, пишите в мои комментарии или в ВК. Ссылочка в описании. И также с нами еще снимает Влад, скажи всем привет. Привет. Подпишитесь на его канал, ссылочка в описании будет. И так вот. Так, Артём, давай, куда заходим? Давайте на Орбис 2. Я на Орбис 2 зашел. Я не могу. Я на Орбис 2. Так, ребята, вот этот Дездран на Лаймворде. Извините, еще так долго видео не было, мы просто с Артёмом и Варфейс сыграли. Да. Кстати, оставь ссылку на Варфейс. Да. Ну зачем? Ладно, ну оставлю на всякий случай. Кто хочет, чтобы мы снимали Варфейс, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите плюс комментарии. И также, кто хочет, чтобы вам Артём сделал, что он вам сделал, этот, как его, скин, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите там что-нибудь в комментарии, типа, сделайте мне скин или что-то такое. Так, блин, я упал. Ну, я, в общем-то, не старался. Я тоже упал. Я не понял, подожди меня опять, сейчас я сам упал. Так, Артём, давай, кидай нас на Дездран. Вот такой, ребят, у меня новый скин, как на Ави ВК. Тихо. Вот такой скин, как на Ави ВК. Давай, Артём, кидай нас там на Дездран. Я просто падаю еще. Да, давай, кидай уже. Подожди. Давай. Ладно, пока слад открою. И, как всегда, всякая фигня падает. Давай, Артём, кидай. Какая игра? Артём, давай, Дездран. Дездран 2. Так, заходим, значит, да, давайте за Маути 1, за первую самую. Ага. Маути 0. Не, ну 0, точнее. Ну, так, ребят, давай, Артём, подай этого скин всем покажу. Вот такой Артёму скин он сам себе делал. Вот такой Влада, ну, знаете, наверное. Не, это скин я не сам Артём, делал. Артём, давай вместе, давай, становись ко мне, Артём. Артём, куда пошёл? У меня есть два скина. Вау. Давай, Артём, иди. Давай, Артём. Хотите фокус? Давай. Смотрите. Давай. Ну. Ой, блин, не устал, ладно. О, я вас вижу, пацаны. С нами, нами какая-то левая девочка. С нами левая девочка какая-то. Так, Артём, или что-то лидирует, или я лидирую какой-то. Он наглый. Стоп! О, Антон упал. Я не допрыгнул. Ладно, будем смотреть. Ай, я тоже не допрыгнул. Пусть Ирван тогда проходит. Сейчас, ребят, погодите. Блин, я тоже упал. Это все сразу попадали. Так, закинь. Меня закинуло. Так, давайте, за какую игру заходим? Давайте за Орбис 1. Орбис? Да, Орбис. Быстрее. Да, да, да. Орбис, я зашел. Просто Орбис. Да, Орбис. Там... Че, в домофон звонили? Да, сейчас я вот доиграем и все. Окей. Ну, в видео именно. Ну быстрее, сколько там еще игра длится-то будет? Вообще. Блин, 10 секунд еще. Быстрее. Да еще? Нет, уже все, это и все. Так, ребята. Мало ты же так. Это как? Да ладно. Где? Сколько там? Так, а как я пройду? Быстрее, 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 быстрее. Давайте, ребята, вот так, вот так, вот так. Ну, это чисто, я вам просто рассказал, что как было. В общем-то, не старался. Ай, бля, с первой ступеньки. Ай, фак. Ладно, не... все, я выхожу сейчас. У меня новое достижение, легкий путь. Ой-ой-ой. Так, ребята, тихо, Артём. Ребят, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.